Друзья, вот так вот с Озона забираю товар. Это вот пуфик заказали. Дальше увидите, какой он. Хорошо, когда рядом. Ну и заодно в магазин вот зашел, продуктов купил. Вот так вот. Вы так тоже забираете товар с Озона? Так, фирма какая тут у него? Самойлов. Это наш, наверное, да? Отечественный, скорее всего, производитель. Я открыл, уже поглядел, чтобы два раза не тягать, если что. Сейчас я вытащу. Вот так вот он там приходит. Целлофаня. Как это, дымчатый, дымок будет спать на нем, да? Ну вот он, прикольно, да? Ну я что-то почему-то думал повыше он будет. Кейс, это тебе это для бижутерии дать? Да пуфик, он вместо этих стульев. Ну, вот так вот. Крепления вот такие. С пружинками. Оп. Сидеть же можно на нем, да, наверное? Так что. Ну вот. Цивильный теперь. Да, побольше. Чуть-чуть бы, да? Правда, пошло. Вот так вот. Ну, и так класс. У нас тут очередной творческий порыв. Хотим вот здесь. У нас вот эта вот старая. Как ее? Трюмо или как трюляж. Еще вот здесь по бокам были зеркала. Вот здесь. Так они туда-сюда открывались. Их давно уже нету. И хотим тут чуть-чуть переделать. Потому что получается вот здесь она угол большой, и дверь у нас не закрывается. И поставить вот такую вот штуку, но только без стекол сюда. Будет там для тапочек, для обуви, для всяких вот этих причиндалов. А зеркало повесить на стену. Купили специальные крепления. Сейчас покажу. Вот такие вот крепления какие-то. Жена заказала. На стену. Сейчас. Все на Озоне. Все на Озоне. Да, вылазь. Одной рукой неудобно. Так. Как-то там защелкивается, раздвигается. Я даже не знал, что такие есть. Там вот пружинки видно. Где ты? Фокус. Ну это сейчас я разберусь, посмотрю. Это 120 рублей, по-моему. Но она переборщила. Вместо двух пар. Или вообще одну надо было вот эту коробку заказать. Она заказала 4. Я не знаю, куда их теперь девать. Ну, может пригодятся. Это получается вот это низ, а вот это бок по бокам. Ты заказала вообще, надо было одну коробочку, да, вот эту? Получается. Ну, а получилось, ты 4 коробки, 4 комплекта заказал. Это ж вот это низ, а вот это бок, да? Да. Вот. А я одну открыл, а у нас еще 3, оказывается, вот таких лишних. Ну, там одна штука, как сказали, оказывается, один.
Так что имейте в виду, одна штука это вот один комплект, если будете заказывать. А у нас теперь три лишних еще. Ну ничего. Ну да, ну так и сделаем. Запасных буду, да. А, и ножки. Ножки сейчас. И ножки вот такие. Ножки мебельные. Оп. Это вот. Для шкафа этого. Грубо говоря. Такие вот. Я сейчас перекручу. Вот он, помощник пришел. Ты куда? Вот, любитель посмотреть в окно. Четыре штуки. Цену не знаю. Я не заказывал, я не скажу цену. А те крепления для зеркала, по-моему, 120 рублей. Ну вот, крепешь сам. Так что сейчас будем работать. Выходной в разгаре. Дымо, проснулся только. Не в настроении, что ли? Молодой человек. Да, глянь, кто там? Кто там? У нас погода мерзкая. Снег срывался. Кого ты там увидел? Пойдешь на улицу? Пошли на улицу. Пойдем. Пойдем. Не упирается никого. Пошли. Давай. Иди. Диакент. Рэй. О, вон несется. Глянь. А, да это я вышел, он стесняется. Вот он, шкаф такой же, как этот, только без стекла. Сейчас протеру, протру. Уберу всякие лишние детали. И что-то должно получиться. Вот уже две прикрутил. Стойки. Регулироваться они будут по высоте. Штукой. Ну, сейчас потом накручу. Ну, сейчас осталось вот сюда и все. Она же больше увеличится вдвое, она пополам этих. Ну да. Увеличивается, а еще куда не добавляется. Не, да, вот 70 сантиметров был бы пуфик вообще класс. Ну а он потом нету его, 80 это где-то. Там розетка, ну да. Вот так вот, да. Все прикручено, вот единственное осталось загадка, для чего вот эти вот. Вот. И еще 5 саморезов запасных. Вот так вот она идет. Я так понял, что... Сейчас покажу. Вот так вставляется, вот так поворачивается и туда-сюда ходит. Вот это прикручивается куда-то. Это явно для саморезов. Вот так вот. Ну что, вот это? Куда ее? И 5 саморезов. Ладно, сюда два, 4. Пятый куда? У меня все прикручено. Ну, кто знает, напишите. Снял зеркало, вот смотрите, какого года оно. Ну не оно, это трильяж, это 80-го года, а я 81-го. 24 года ему уже. Что тут пишут?
Краснодарский зеркально-фурнитурный комбинат объединения «Югмебель». Зеркало мебельное из полированного стекла. Размер 1200×500. Артикул, ГОСТ, дата выпуска. Цена за 1 квадратный метр. Так, сейчас я ближе гляну. Цена за 1 квадратный метр 21 рубль 40 копеек. Вот так вот. Вот, снял. Теперь надо мне вот это убрать все. А вот сюрприз. Это вот как побочный эффект. Если вот она дверь сразу входная, коврик обувной и в пол, грубо это вот, ну, как это сказать, закрывается, чтобы ничего не видно, без ножек. И вот такие вот эффекты. То есть, если это вот, знаете, за сколько? За 4 года, наверное, где-то. Сейчас это все заново. Ну, заново надо будет протереть. Вот здесь все. А вот сюда вот хотим же зеркало повесить. И потом ставить. Да, я, короче, был удивлен. А вы? Ну все. Протерли. Сейчас поставлю. И продолжим опять. Опять продолжим. Ну, вот так вот. Прям. Ничего так. Сейчас обувь туда, все эти дикие. Ну да. А еще полочку. Еще вот сюда. Да. Ну да. Вот красиво. Ну ничего так, да. Осталось за малым повесить зеркало. Ну вот что-то типа того должно получиться. Сейчас померю расстояние одинаково, чтобы было везде тут, туда-сюда. И буду прикручивать. Друзья, хочу показать вам. Может, кому-то пригодится. Ну, поставили мы полку. Полку, стол там или что там. Что будете ставить. Высоту сделали. Вот это же крепление само. Коробок от креплений. Вот этих. Вот так подложил. И на него... Вот эта высота уже будет еще два у нас здесь. Будет три крепления. Ну, чтобы не искать, не что-то там не подставлять, не мудрить. Пирамиду всякую. Вот. Расстояние одинаковое будет у всех. Здесь также будет. И что удобно будет, убрал, протирать. Ну, то есть, не надо будет цепляться об зеркало. То есть, хватать будет высоты. Руки, да? И доставать будешь прям до края, до самого. Ну, может, кому-нибудь пригодится. Кому нет. А может, скажет, да я это давно знал. Знали, молодцы. А, ну и как расстояние. Зеркало 500. То есть я вот это вот все поделил пополам. Пополами сделал крепление. И потом с каждой в каждую сторону по 250. И получается 500. То есть я сейчас еще здесь раз сделаю. И здесь еще раз сделаю. И будет крепление. А зеркало кончаться будет вот. Вот здесь. И все. То есть еще вот это расстояние можно поделить пополам. Будет три крепления. Можно сделать отсюда там пару сантиметров. Отступить или 3 сантиметра. Как бы сейчас посмотрю. Ну так, ну если расчеты верны, то должно быть все совпасть. Внизу 3. А? Надеюсь. Выдвигается, но сейчас посмотрю. Ну, друзья, с первого раза получилось. Мозги еще работают. Единственное, пришлось вытащить и еще раз сильнее подогнуть вот эти вот, ну, вовнутрь надавить. То, что они сильно выпирали. Ну, я думаю, может быть еще, ну, отражение. Ну, в принципе,
Нормально получилось. Да, вот два комплекта креплений как раз в самый раз будет. Что получилось? По два с каждой стороны и три внизу для поддержания штанов. И когда будете ставить зеркало, то сперва заводите сюда, вот эти отодвигайте, чтобы потом получается, короче, надо одновременно рукой здесь внизу держать, сюда вот так надо заводить, ставить, так ставите на нижние и чуть-чуть подвигаете сюда, и все, один человек это справляется нормально. Ну все, вот так вот получилось. Двери закрываются. Они у нас очень редко закрывались из-за того, что здесь вот был старый вот этот как трилляж, и оно не закрывалось. А теперь и открывается. Даже резинки еще не приработаны. Так что вот такие вот дела. Ты заходи, если что, на канал посмотреть видео.